Дитячий сад амаль дарма. У Светлогорском районе былую дошкольную установу набыли усяго за 26 рублёв. Новый уласник плануе перетворить будинок у жилье. Аукционные торги провел комитет Гомеля обломаемость. Еще один объект вага ремонтную майстерню продали у Речицы. У планах покупника зарабить тут краму. Сумма сделки крыху больше, як 10 тысяч рублёв. До речи, колькость объектов нерухомости, якія не выкарыстоўваюцца, у Гомельской области за 2 года скоротилась у 3,5 раза. Зараз таких объектов у регионе меньше, як 1500. Наша в области у лидерах по уключению у господарчий оборот объектов коммунальной уласности и износе аварийных будинков.